Всем привет! Мы с вами снова в Lion Green Park, и сегодня я, как обычно, расскажу вам о прогрессе строительства. На Пхукете начинается высокий сезон, а это значит, что все больше и больше туристов прилетает на остров, чтобы отдохнуть и перезагрузиться. И мы готовы вам в этом помочь. Первая фаза Lion Green Park полностью завершена. Так что, если вы планируете поездку на Пхукет, не упустите возможность забронировать жилье именно в Lion Green Park. Это шанс лично оценить нашу работу и насладиться отдыхом по-настоящему. А если вы уже приобрели недвижимость во второй фазе Lion Green Park или только задумываетесь об этом, остановиться в первой фазе – это отличная возможность, чтобы изучить инфраструктуру и локацию и оценить наш уровень строительства и сервиса. Напомним, что вторая фаза Lion Green Park – это более масштабный проект, который объединяет все самое лучшее из первой фазы и включает передовые решения в недвижимости и гостеприимстве. Здесь появятся коворкинг-пространства, площадки для выставок, торговый центр, магазины и многое другое, чтобы гости чувствовали себя комфортно и ни в чем не нуждались. На объекте второй фазы сейчас активно идет строительство. Расскажу о каждом здании подробнее. В здании F идет заливка плиты подвального этажа и фундамента. В зоне 1 залито уже 160 кубических метров бетона, в зоне 2 плита залита на 40%, а фундамент на 75%. Параллельно идет вязка арматуры и завершается монтаж дренажной системы. В зданиях G и H активно идет кладка стен и перегородок, а также монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения. Канализация и система отвода дождевой воды уже практически установлены, так что работы продвигаются быстро. В здании К полностью залиты фундамент и плита первого этажа, и мы приступили ко второму. На данный момент уже залито около 40%. Также идет подготовка арматуры и опалубки для стен и колонн второго этажа, и продолжается установка дренажной и канализационной систем. Возведение здания L мы начали позже, и на сегодня здесь в полном разгаре земляные и фундаментные работы. В целом, строительство второй фазы Lion Green Park идет по плану. И, конечно же, мы придерживаемся нашей философии бережного отношения к природе, снижая воздействие на экологию. Мы следуем стандартам зеленого строительства EDGE и в этом месяце подали очередной отчет. Сегодня это все новости. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить обновления. А я хочу напомнить, что сейчас отличное время для покупки недвижимости в Lion Green Park. Пока комплекс еще строится, цены остаются выгодными, а потенциал проекта велик. Все ссылки и подробная информация в описании. Мы ждем вас в Lion Green Park. Спасибо, что были с нами, и до скорой встречи!